Здравствуйте. Значит, предыстория такая. В начале велосипедного сезона решил покататься на природе. Проколол заднее колесо. Хорошо, что велосипед вез на машине и отъехал километра три. Ну, пришлось эти 3 километра тащить велосипед, грузить на машину, ехать до ближайшей мастерской. И там поменяли камеру, и на все на это ушло часа 3. А вот если бы не забыл взять с собой аптечку, можно было бы просто, даже не снимая колеса, разбортовать, вытянуть камеру, заклеить, подкачать колесо и ехать дальше. Насос, кстати, я тоже не взял. Хотя все это есть. И надо с собой иметь еще и запасную камеру. На тот случай, если заклеить не удастся. Теперь приступим к заклейке. Значит, место повреждения я отметил. Вот здесь вот такая вот немаленькая дырочка. Вначале нужно зачистить площадь. Клеить я буду вот этой вот круглой заплаткой. Зачищаем теркой, которая есть в комплекте. Без фанатизма. В разных направлениях. Теперь нужно намазать клеем камеру и заплатку. Заплатку нужно ставить так, чтобы не попасть на шов. Если это где-то рядом со швом, лучше ставить прямоугольную. Можно и не отрывать. И теперь, когда камера накачается, заплатка
упрется в покрышку. И можно будет ехать. А теперь финальная проверка. Как видим, заплатка держит. Возможно, кому-то будет полезно. Спасибо за просмотр.